Доброе утро, друзья. Полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии. Здравствуйте, доброе утро, Владимир Адольфович. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что так тяжело вздыхаете? Да я вообще как-то о жизни. Вообще о жизни, да. День МЧС. День МЧС сегодня? Нет, не знала, если честно. Знаю, что сегодня день рождения у Михаила Борщевского, а про МЧС не знала. Ну, вот сегодня день МЧС, и рад за Михаила, и вот про с днем рождения, но также немаловажно, что сегодня день спасателя. Ну, поздравляем. Конечно, сегодня многие будут поздравлять героев России, и Шойгу, и Воробьева, но также надо, чтобы не забыли о тех, кто погиб, выполняя свой долг. Один из них, если ты помнишь, человек, который возглавлял пожарную службу Москвы, Евгений Князев, который погиб на пожаре, спасая людей. Да, вот такой день. А я что-то вчера задумался над таким странным вопросом, так как все что-то как-то вокруг стали во всем друг друга обвинять. И знаешь, у нас же, как обычно, у нас же все сразу такие умные, все сразу такие честные, все такие замечательные, и так знают, кому как надо себя вести. Вот пальцем тыкать, вот к врачу не ходи. А кто такой патриот? И выясняется, что почему-то те люди сами, которые из-за границы не вылазят, а когда праздники туда уезжают, начинают кричать, что нет, а если ты патриот, ты должен дома сидеть. Знаешь, вот пытаются дать советы для непатриотизма сильно. И вчера я, исходя из этого, выработал формулировку. Я написал, что не надо путать патриотизм с подпиской о невыезде. Очень забавно, мне понравилось. Спасибо, Борисовна. Да, ведь, пожалуйста. Вот кто такой патриот? То есть у нас почему-то представляют себе патриоты, это такое есть, путают со славянофилом. И то славянофил, я думаю, вполне может когда-нибудь в Карпаты выбираться. История славян довольно большая. У вас есть определение патриота? Я, например, для себя сейчас поняла, кто такой патриот в моем разумении. Патриот – это тот человек, который болеет за свою страну, видит ее слабые места, который хочет сделать так, ну как, не сделать так, нет, не под силу каждому отдельно взятому человеку что-то сделать, но который, наверное, испытывает желание, чтобы людям жилось как-то комфортно, чтобы страна развивалась, чтобы она, самое главное, имела будущее. А когда полный бесперспективняк, вот это приводит в уныние. То есть ты испытываешь какие-то чувства от того, что понимаешь. Граждан. Ряд наших политических сил убеждены, что будущее нашей страны – это срочно объявить войну Америке и тут же сдаться в плен. А дальше получить какое-нибудь оккупационное правительство и никогда ничего не делать сами. То есть они, конечно, не говорят это впрямую, и это выглядит не совсем так, но, по сути, они признают только их правительство, их мораль, их законы, и считают, что, в принципе, Россия напрасно выпендрится, а было бы очень здорово, если бы стала Америкой. Но никак не могут понять, что это невозможно до определения. Потому что наш народ, который является источником всего, да, то есть, ну, де-факто, как по Конституции, так и в конечном итоге, на самом деле. А, так вот, наш народ не американский народ, он просто другой. С другой историей, с другой верой, с другим пониманием, с другим мироощущением. Поэтому он и строит совсем другие формы своего существования. В том числе и политически. Нравится это или нет, но это другой народ. Не французский, не английский, не немецкий, не китайский. Ну, интересно у людей знать, кто такой патриот. Вот, например, исходя из того, что у патриота не могут дети учиться за границей, мне ужасно присмешило. Я просто подумал, что исходя из этого, Петр Первый не был патриотом. Потому что он как раз отправлял боярских детей учиться за границу. Потом, правда, они возвращались и работали в России. Но этот вопрос, видно, никого не волновал. То есть почему-то люди искренне считают, что патриот это оно быстро дома сидеть, никуда, ничего. Но я думаю, что если говорить... Любовь к родине от безысходности. Мол, ничего слаще не знаешь, поэтому вот жари конфетку коровка.
Ну, согласна. Но если говорить, например, об образовании или медицине, то здесь учеба или лечение за границей, скорее это вопрос все-таки не патриотизма, а этики. Ну, для меня, то есть если ты высокопоставленный государственный чиновник, то было бы этично, если бы ты лечился в своей стране, где живешь и работаешь, и здесь бы обучались твои дети. Ой, вот и да, и нет, потому что зависит, наверное, от того, чем лечиться. Ну, Борис Николаевич Ельцин, как ты помнишь, делали операцию на сердце американские врачи. Это же не значит, потому что, знаешь, как наш Борис Николаевич, что он патриот или не патриот. Это просто, что они это умели делать, и все. То есть, есть какие-то нюансы. Другое дело, что вот не надо подменять, опять-таки, понятие, когда там, мы говорим, что должна быть медицина здесь, значит, здесь все должны лечиться. А если уж не здесь лечитесь, значит, вы мерзавцы. Форма абсолюта. Вот раздражает всегда форма абсолюта. То есть, если сказали, что должно, это же не означает, что оно вдруг взяло и стало так, как мы хотели бы. Вот, например, вот сейчас в Думе обсуждается на полном серьезе закон, по которому обязать детей чиновников после обучения возвращаться в Россию. После обучения за рубежом. Но как ты можешь принять закон по отношению к третьим лицам? То есть это полное какое-то нарушение там прав и свобод, правильно? То есть это тоже должно описываться этическими нормами, установками, а не законом. То есть не закон это должно регламентировать. Ну это вообще какая-то очень странная вещь. Она просто как-то ступор в кого вводит. Да. То есть... да, ну хорошо, да, например. А что лучше, вот как сейчас там выпендриваются там некоторые и говорят, а нет, вот, ну а ему раньше чем было? ГИМО это был отстойник для блатных, которых потом распределяли, куда было надо. Ну, в советское время, ну, что так сильно волноваться? Система блата существовала всегда, и она же не изменилась. Что тогда, что сейчас дети чиновников оказываются такие способные, такие талантливые, это же ой-ой-ой, какое счастье. 20 с небольшим лет уже возглавляют какой-нибудь банк или какой-нибудь крупное управление государственной структуры. Ну, все же все понимают. То есть здесь же, знаешь, в чем большая проблема, что этические нормы инструкциями не заменишь. Не заменишь. Не заменишь. Ну, так вот. Сложно как-то это все. Вот в стране потеряны морально-этические нормы, поэтому любые простые слова воспринимаются как совсем сложно и превращенно. Но кто ж такой этот патриот? Что народ думает? 5-5-3-3-200. Или 232-15-59. Можно звонить и делиться своими соображениями. Код Москвы 495. И пишите в Твиттер, ВР Соловьев. Анна, подчеркивание, Шафран. Патриот – это тот, кто любит свою родину. Очень. Браво. Да, ёмко. Это талантливо, мощно. Всеобъемлюще, я бы сказала. Патриот – это тот, кто учится и лечится в своей стране тоже. Ну да. Почему? Вот хорошо, тогда получается, что все русские художники 19 века великие были не патриоты. Видишь, они все больше по Италиям. А Николай Васильевич Гоголь вообще просто Русь ненавидел. Он, представляешь, в Риме писал. И даже мертвые души он в Риме написал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Патриот – это тот, кто знает и ценит собственную литературу, в ней разбирается. Ну, это не литература век? Ну, наверное, тут человек хотел сказать о культуре в целом, не знаю, о сохранении и развитии, может быть. 232-1559 – это телефон прямого эфира, и 5533-Вести – СМС-портал. Доброе утро, мы слушаем вас, алло. Доброе утро. Здравствуйте. Это Александр из Владивостока вас беспокоит. Очень приятно. Во-первых, хотел сказать огромное спасибо за то, что вспомнили о мне спасателе. Сам работал спасателем достаточно долгое время. И на самом деле только у вас, ну, у нас во Владивостоке уже рабочий день перевалил за вторую половину, и только у вас вспомнили об этом празднике в средствах массовой информации. Что касается патриота,
для меня, наверное, патриот — это тот человек, который не просто думает о своей родине, там, восхищается ей и так далее. Это человек, который пытается что-то все-таки сделать, хотя бы на своем уровне, для того, чтобы жить ему и его детям было лучше. Сегодня, может быть, завтра, но он все-таки что-то делает. Но у нас тогда патриотов столько, вот он в каком-нибудь правительстве или там губернатором, или она, а сын миллиардер. И ему хорошо, и ей хорошо. Однако он не патриот, а все зубами скрежещет и мат-перемат. Я имею в виду не себе лучше, а чтобы в его стране жить было лучше людям. Mm-hmm. Да, человек, который принимает какие-то законы, которые защищают его лично, но не защищают граждан его страны, для меня патриотом, естественно, никогда не будет. Те же думцы, которые инициируют там закон о запрете видеосъемки. Видеорегистраторов, да. Они для меня не являются патриотами априори, потому что закон этот будет направлен только на их защиту, а не на защиту народа. Вот. Но знаете, для меня, кроме всего прочего, патриот именно тот человек, который что-то делает. Патриот – человек, который что-то делает. Владимир, все что-то делают. Враги народа тоже что-то делают. Вы никогда не догадаетесь, какой самый популярный ответ у нас на СМС-портале. Давай. Патриот – это УАЗ. Патриот – это модель УАЗа. Дизель немецкий, коробка передач корейская. Михаил. Ну да, можно и так сказать. Патриот – это Шойгу, пишет нам. 5533 Вести, СМС-портал. Со слова Вести пишите сообщение. А ты знаешь, да, что не могут Сердюкова найти? Нет, об этом я не слышала. Как? То есть... Говорят, телефоны не работают в квартирах, нет? Интересно. Потерялся. Очень Сердюков занятно. Сердюков потерялся. А я не могу себе представить, как может потеряться бывший министр обороны. Он же носитель госсекретов. То есть, если ясно, что если вдруг такой человек ездит за границу, то здесь уже не важно патриотизм, здесь уже надо. Ну, ты куда? Да, меткое замечание. Тоже об этом подумала сразу. Патриот – это человек, который купил УАЗ, патриот. Патриотов нет, наверное, вовсе, считают в Нижегородской области. Слушай, а почему у нас так боятся, если у чиновников дети учатся за границей или не у чиновников? Это что, категория того, что это плохо? Вот мне просто интересно понять. За границей подчас учиться дешевле, чем в России. Это я тебе могу сказать точно, зная, сколько стоит и там, и здесь. Качество образования, ну, вежливо говоря, тоже специфическое. А вот ты хочешь, чтобы у тебя, например, ребенок учился в центре Москвы, в ВУЗе, где 80 тысяч студентов, и потом часть из них объявляет забастовку? Ой, нет, это ну вот в этом университете я думаю, что мой ребенок бы не учился, потому что не учился бы. Мне все-таки нравится что-то более такое... Традиционное. Да, мягкое. Ну так, политкорректно выразимся. 232-15-59. Знаешь, вот почему тут, если чиновник живет хорошо, всем вокруг плохо? Это какое-то базовое заблуждение в России. Суть не в том, чтобы жил чиновник плохо, суть в том, чтобы народ жил хорошо. А народ хочет, чтобы никто не высовывался. Вот пусть все вокруг живут плохо, рассуждает народ. А я, например, считаю вообще не так. Я считаю, что если чиновник эффективный, и все вокруг чувствуют себя хорошо и живут хорошо, и слава богу, если дети учатся там, чему они способны. Лучше, если наши вузы такого уровня, что учиться можно в них. Но если по каким-то причинам учиться не в них, есть, наверное, какая-то мотивация, то понятно. Да, есть морально-этические проблемы, если чиновник является носителем государственной тайны, на него может быть оказано давление через членов его семьи. Но это, я думаю, вырабатывается несколько иными методами. Но уж точно не повод ненавидеть человека за то, что он учился за границей. Потому что если взять и открыть и почитать биографии многих наших великих,
то выяснится, что настоящие патриоты России и жили за границей, и творили за границей, и вообще не воспринимали за границу так агрессивно, негативно, как воспринимают ее сейчас. Напомню, что великий патриот земли русской Михаил Васильевич Ломоносов, он где учился? Михаил Васильевич Ломоносов? Ну... Да, да, Михаил Васильевич Ломоносов. Вот он пришел с рыбным обозом. Да, самообразованием занимался, поступил в гимназию, а потом что? Ань, ты сейчас меня до истерики доведешь. Каким в одну точку самообразованием? Вы про Ломоносова же. Ломоносова же? Ну, конечно, да. Открой-ка дочку Википедию, чтобы больше меня никогда так не пугать. Ну хорошо, давайте тогда вы просветите, пока я Википедию открываюсь. Она открываю, она у нас, как известно, открывается не быстро. В студии эфирной. Если просто представил, Михаил Васильевич Ломоносов занимается самообразованием. Угу. И вот он так астролябию прикупил на рынке и давай ее самообразовывать. Нет, ну подождите, а как вы хотите сказать, он. То есть он до этого. Как вот. Я много чего хочу сказать. Он вообще-то закончил один из лучших университетов в мире. Но до этого он занимался самообразованием. А не, я знаю, что ты называешь самообразованием. Еще никому никогда в жизни не удалось самому научиться читать, если тебя кто-нибудь этому не научит. Поэтому обычно принимают самообразование не гимназию, а высшее образование. То есть не третий, не четвертый класс школы. Ну. Ладно, хорошо, оставим этот вопрос. Нет, вообще это, нет, это, ну как, это вопрос принципиально важный. Ну что, не открывается Михаил Васильевич Ломоносов? Открылся Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, что там пишет про Михаила Васильевича Ломоносова в биографии? Вам сначала совсем? Да, в деревне родился, да, жил, угу. Тра-так-так, сейчас секундочку, мы с 10 лет вместе. Они начальном грамоте обучил Михаила Ломоносова дьячок местной Дмитровской церкви. По его собственному выражению, для него делается грамматика. Там, та-та-та. 14 лет юный помор грамотно и четко писал. Жизнь Ломоносова да, сделалась невыносимой в родном доме, постоянные ссоры с мачехой, туда-сюда. И узнав, что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать в Москву. Прикинуться больным, женитьбу пришлось отложить. 19 лет. Так, в Москву он прибыл. Вот я точно помню, что он в Москве читал книжки в большом количестве, изучал сам учебники, и потом поступил в гимназию. А дальше мои воспоминания о Ломоносов прерываются. Наверное, вот на том месте, когда он попал... Да, учеба за границей, 1736 год. По 1740. 4 года. Да, причем бил профессоров кочергой, если они русских не любили. Бил совершенно, был колоссального таланта. И, конечно, вот эта вся советская сказка про Михаила Васильевича Ломоносова. Но хочу напомнить, что по другой версии Михаил Васильевич Ломоносов чуть ли был не небрачным сыном Петра Первого чуть-чуть. Ну, это так, пустяки. Поэтому сказки о несчастном поморе, которого дьячок обучил грамоте... Да, я точно помню, что он пешком... Вот, я сейчас прочитал, что он как-то он пешком, да, в лаптях и с узелком дошел до Москвы. Там где-то на чердаке жил, читал, изучал учебники, поступил в гимназию, а уже потом все остальное. Ну, как ты себе это представляешь, да? В царской России. Вдруг случайно бах, и обучить. Ну, видишь, не патриот, за границу учился. Да, есть нестыковочка. Такая. Ну, да кто ж такой патриот, кроме странной машины? Но мы, как я понимаю, сейчас уже должны на новости. Совершенно верно, вы понимаете. Продолжим, да, в следующем получасе, через несколько минут. Доброе утро, друзья! И снова мы в эфире Вести ФМ, полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии, но это по-прежнему. А в этом получасе у нас гость Геннадий Ефимович Жужлев, заместитель председателя правления Евразийского банка развития. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Геннадий Ефимович. Да, Владимир Рудольфович, вы с нами. Геннадий Ефимович, а чем банк занимается? Вот какие основные направления его деятельности? Давайте я случай жизни расскажу. Мне очень нравится такой пример. Давайте. Лет 10 назад я еще коммерческим банкиром работал, общался с людьми, которые атомные станции строили. Ну, представляете, да? Проекты большие, строятся долго. Мы все обсудили. У меня только один вопрос к ним остался. Какая будет прибыль, когда вы все построите?
вот эти умудренные сединой опыта мужчины посмотрели на меня молодого и сказали: «Да вы не переживайте, прибыли не будет». Говорю: «Ну а зачем же вы работаете?» А мы, говорит, работаем, чтобы станции строились. Вот тогда мне тоже смешно было, ну, не смешно, но вот непонятно. А сейчас уже понятно, не странно, потому что, ну, вот на самом деле так. Банк работает, чтобы станции строились, дороги, там, аэропорты, инфраструктура пресловутая и так далее. То есть главная задача – это финансировать то, что сложно профинансировать на каких-то коммерческих условиях. Когда деньги на 10-15 лет нужны, когда ставка невысокая, когда доходов каких-то дополнительных не получается. Вот. Ну, для этого банк и создавался. Тогда давайте объясним людям, что это за банк и как он собирался. Ну, я, как говорится, свечку не держал, вот, поэтому могу только историю рассказать, ну, скажем так, в общих чертах. В 2007 году было принято решение президентами России и Казахстана Владимиром Владимировичем Путиным и Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым о создании банка развития на территории наших стран. Ну, то есть у нас есть Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк реконструкции и развития, там, Азиатский и так далее. А вот Евразийского не было. Решили создать, ну, как некое дополнение, чтобы выполнял примерно те же самые функции, но не на территории, там, для начала Евразес, ну, точнее, там, СНГ нашего, а в перспективе, может быть, и в каких-то других наших ближайших странах. Соответственно, банк был создан с нуля, была создана команда, нам дали, ну, не сказать, что очень большой, но приличный капитал, $1.5 миллиарда наличными, что приятно. Вот, нам дали различные привилегии, иммунитеты, ну, и, собственно, мы начали работать. Вот, но... А что сделали? Вот, что можете сейчас предъявить? Вот, чем гордитесь? Знаете, ну, считая за там, 6 там, неполных лет с нуля, гордиться есть чем. То есть у нас сегодня портфель проектов, которые мы финансируем, он больше $3 миллиардов. Это те самые проекты в той самой инфраструктуре, на территории стран-участников наших, которые узкие места расшивают, которые эффективность повышают, которые новые технологии приносят. То есть это неплохо. Там, задел по проектам, он еще больше. То есть мы там, каждый год, последние годы, прирастаем, ну, процентов на 30-40, по некоторым показателям на 60-70. То есть можно... А в каких странах проекты? Ну, сейчас у нас акционеры не только Россия и Казахстан. Россия и Казахстан учредили, они выступили спонсорами финансовыми. Ну, понятно, был 2007 год, и, в принципе, плюс-минус миллиард долларов было не очень сложно. Вот потом к банку присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан. То есть эти страны уже в капитал там значительные суммы не вносили, но они подписали все соглашения, дали нам все полагающиеся права, иммунитеты, привилегии. Вот на территории этих 6 стран мы работаем. Ну, естественно, суммы инвестиций пропорциональны экономикам. То есть понятно, что Россия, Казахстан у нас, там, наверное, процентов на сегодня 90, может быть, немного меньше наших проектов. Порядка 8% в Белоруссии. Ну, в остальных странах поменьше. Суммы небольшие. Ну, там и экономики, соответственно, меньше на разы. Для Таджикистана вы там большую, для них построили предельную фабрику, для них это очень существенные инвестиции. Ну, естественно, для каждой страны конкретно это там очень, очень большие суммы. Ну, в нашем портфеле, я имел в виду, в нашем портфеле это да, они... не очень много. В процентном отношении не самые. А вот если людям дать понять вот сами проекты, вот какие проекты для вас такие действительно самые красивые? Ну, я лично некрасивых проектов стараюсь не делать.
Вот, то есть для меня, ну, у нас проекты крупные, их не очень много, поэтому занимаемся как бы штучной работой. Вот, я считаю, что все наши проекты там по-разному хороши. Вот, есть проекты большие в рамках межправительственных соглашений, например, там, электростанция в Казахстане, Кибастузская ГРЭС-2, акционеры российская компания «Интерау» и казахстанская «Самрукэнерго», ну, то есть там суперинтеграция. Вот, а угольную станцию поставляет разрез «Богатырь Камир», где акционеры 50% «Фурсал», 50% тоже казахстанская «Самрук», компания «Самрук», там тоже, значит, совместный бизнес, все, все здорово. Но станция отличается тем, что у нее самая высокая в мире труба дымовая, 420 метров, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Вот это, этим всегда можно похвастаться. Ну, например, да, есть еще какие-то несколько таких крупнейших проектов. Ну, например, вот на днях подписали в Санкт-Петербурге соглашение ГЧП по западному скоростному диаметру проекту. Долго обсуждалось, большой проект. Вот мы там тоже участвуем в финансировании. Там есть еще ряд крупных проектов. Но вот если говорить красивыми, то, что назвать красивым проектом, я бы про другой рассказал. У нас в Томске есть абсолютно частный проект, который, кроме всего прочего, в кризис начали строить в 2008 году. То есть худший вариант. Все предпосылки были докризисные, цены докризисные, а реалии послекризисные. Ну, цены, я имею в виду, на оборудование. А вот цены на продукцию уже, когда закончили, запустились в конце 2010 года, были совсем уже другие. Вот что... Завод по производству плит МДФ. Ну, во-первых, у нас в России таких заводов было всего два, оба иностранцам принадлежат. Это раз. То есть значительная часть импортировалась. Во-вторых, в том регионе, то есть за Уралом, завод единственный, использует лес, которого там много. Ну, тайга сибирская, томская. Вот этот завод лес перерабатывает на 100%. То есть отходов нет вообще в принципе. То есть он перерабатывает полностью все в продукцию практически самого высокого передела. То есть более высокий передел – это мебель, которую делают из плит МДФ. Ну, плит – это высокотехнологичные вот эти плиты, конструкционный материал. Вот. И как этот завод работает? Ну, понятно, что лес пилят, рубят тоже техника, лесорубы, привозят на завод, там стоит такой здоровый... даже не экскаватор, а такой трактор с манипулятором, который эти бревна грузит, вот бревна, которые из лесу привезли, там, во льду, с ветками, грузит их на конвейер. А с другой стороны завода погрузчик грузит плиты в фуру, в автомобиль или в вагоны. Вот, вот как бы технология. То есть это такой огромный робот стоимостью там, больше 200 миллионов евро. Ну, естественно, там люди работают, но на каких-то операциях. Но на самом деле полностью автоматизированная линия, 100% передел того самого сырья, которым мы говорим, что у нас там лес-кругляк продается. Высокотехнологичный материал. Российские акционеры, ну, там казахстанские были акционеры, не знаю, национальные производители, регионы, где там нужно осваивать эти ресурсы, частный проект, вот, соответственно, мы его, ну, мало того, что профинансировали, мало того, что в кризис не прекратили финансирование, поддержали, запустили, он там занял свою долю рынка, причем значительную, 20%, ну, там дальше развивается. И все это Евразийский банк развития, сайт в интернете www.eabr.org, eabr.org, Евразийский банк развития, беседуем с Геннадием Жужлевым, заместителем председателя правления Евразийского банка развития, продолжим через полторы минуты. Доброе утро, друзья, и мы продолжаем беседу с Геннадием Жужлевым, заместителем председателя правления Евразийского банка развития. Сайт в интернете, кстати, если латиницей, то eabr.org, eabr.org, ну, по-простому, по-нашему. Владимир Рудольфович. Значит, вот так ты нас не уважаешь, Анна Борисовна? Это с чего вы это такие выводы делаете? По-простому. По-нашему, по-простому, конечно. Простые, да? То есть они, значит, такие сложные, а мы такие простые. Ну, спасибо. Весело и находчиво. Вот угу. Очень любопытная беседа была первые там, 15 минут. Я только одно не понял. Вы меня простите, пожалуйста.
А вот кризис был, и вы рассказываете, что в кризис, в лучший момент, вы выходите с инвестициями и вкладываете в такой завод мечту. А какими критериями же тогда руководствуется Цибанк? То есть ему вообще, что ли, получается наплевать на мировые циклы экономические, на экономическую конъюнктуру? То есть как не рухнуть банку-то самому? Ну, вот это самый интересный вопрос. Мы практически каждый день над ним и думаем. Можно сказать, с утра до вечера, иногда ночами, это когда как раз кризис вот этот самый случается. Ну, смотрите, у нас бизнес такой, что мы деньги в долг даем, ну, минимум, наверное, лет на 7, а так на 10-15. Вот за 10-15 лет, как вы думаете, у нас сколько кризисов будет вообще там в России, в мире? Мы точно знаем. Если отсчитывать от 97-го года, то за 15 лет 2. Два. Ну, вот, 98-2008. Ну уж минимум один-то будет всегда. Ну вот я закладываюсь обычно на один крупный, один такой, так себе, во время цикла нашего проекта. А еще добавим, что подготовка к проекту, вот, ну, начиная там, от бизнес-плана, включая проектирование, там, заказ оборудования, это еще года 2-3 минимум. К этому сроку надо добавлять. Года от 2 до 4-5 строится этот завод, мечта, ну, такой приличная любая станция или завод, или та же инфраструктура какая-то. Вот и считайте, ну, я думаю, что ни одного человека, там, банкира, тем более экономиста, нет, который бы точно за этот срок всю экономику просчитал, кризисы предсказал, и, ну, и более того, нет ни одного бизнеса, который за этот срок в этот кризис бы не попал. Ну не будет за 10 лет ситуации, что ни разу кризиса не случится. Поэтому, ну, это надо, там, не знаю, к этому относиться нужно как к приливам и отливам. Ну, то есть это существует, это неизбежно. Нужно просто понимать, что ты будешь делать во время этого кризиса. И, ну, и в любом случае как-то подстраховываться. То есть, ну, если говорить о наших проектах, наверное, мы не пойдем в проект, который работает только при самой хорошей конъюнктуре. Вот приходят люди и говорят, вот если рынок будет расти на 30% в год, цены будут расти на 50% в год, мы сейчас построим завод, и он там за 10 лет окупится. До свидания. Ну, вот на этом разговор он, в принципе, даже не начнется. Потому что такие люди, с моей точки зрения, неадекватные, они уже внешне видны, как только в кабинет заходят. Вот, а когда... Ну, у них глаза горят, у них вот похожи они, как правило, на финансистов, а не на производственников. Я как банкир, банкиров очень люблю, но во всем остальном к них скептически отзываюсь. Глаза у них горят, волосы кучерявые, и ребенок... Ну, да, 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 ну, да. Часто, а да. А у кого нет миллиарда, того, куда посылают. Вот, еще отличаются обычно красивые презентации. Чем более хороша бумага, и чем больше там иностранных слов и каких-то таких аксессуаров, типа там обложки, еще что-то, тем быстрее разговор, наверное, закончится. Вот, потому что людям, которые... в сути бизнеса понимают вот то самое, да, что кризис случится обязательно, и знают, что будут делать. Им вот эти красивые презентации не нужны. Они могут на листочке бумаги сами все нарисовать, причем на одном обязательно. То есть если суперсложный проект, на двух листочках суть изложить, там 10 ключевых цифр привести, и в принципе после этого можно начинать проект делать. Ну, это так, уже больше каким-то субъективным оценкам. Вот, а реально, ну, мы просто смотрим там, на некий запас прочности. То есть проект пойдем, если он, во-первых, хорошо смотрится при худшем сценарии, то есть там сегодняшнем, без роста цен, без роста рынка. Если он свою нишу занимает, если он настолько конкурентен, что он нишу свою занимает, даже если рынок расти не будет. У нас есть такой проект, там, Тихвинский вагоностроительный завод. Сейчас вот каждый день практически очередная статья о том, как плохо будет с вагонами. Ну, будет плохо. Но при этом Тихвин будет работать и свою нишу займет, потому что он эффективнее. Потому что он эффективнее при сегодняшних ценах, при будущих ценах, которые ниже будут, при низком росте рынка.
потому что у него вагон в три раза дольше ездит, чем тот, который конкуренты делают. И затраты на этот вагон в два раза ниже. Ну, поэтому и проект этот точно так же начался в кризис, пережил падение цен на вагоны в два с лишним раза. Вот, все равно достроен, сегодня выпускает вагоны. Там, ну, до меня люди доходят, говорят, а что нам сделать, чтобы эти вагоны купить? Потому что нам их не хотят продавать, там, не знаю, очередь, не очередь, ну, просто дефицит, при том, что на рынке вроде как много вагонов. Евразийский банк развития, сайт в интернете eabr.org и abr.org, Евразийский банк развития. Владимир Рудольфович? Да, ну, Борис, вот ты же самый важный вопрос мне задаешь. Это какой? Вопрос очень простой. А как участвуют в этих проектах? Если, вот люди слушают и думают, да, например, какие-то больших компаний. Как участникам проекта? Как стать участником проекта? Да, очень просто на самом деле. Ну, скорее не участником, а инициатором. То есть ко мне же кто-то должен прийти с проектом и сказать, давайте вот завод мечту строить. Ну, есть несколько критериев, которые нас ограничивают. Я уже сказал, мы, во-первых, занимаемся проектами крупными, поскольку, ну, во-первых, это идеология, во-вторых, там людей немного, но если не могу позволить там небольшие проекты. У меня в среднем один человек ведет текущих проектов на 50 миллионов долларов, еще там минимум столько же в проработке. То есть у нас критерий первый, это проект от 30 миллионов долларов сумма инвестиций банк. Ну, то есть уже достаточно большой. Второй критерий, это проект должен быть все-таки ну, либо инфраструктурным, либо каким-то инновационным, то есть, ну, это в первую очередь производство, инфраструктура, либо производство. Ну, например, мы девелопмент жилой не финансируем или сети торговые, потому что логика очень проста. Человек квартиру купил, в ней живет, ничего не производит. То есть в экономику дополнительного выпуска не происходит. Но сеть торговая тоже, она ничего не производит, у нее добавленная стоимость в виде ее наценки. То есть нам интереснее, чтобы эта добавленная стоимость была там на 1 рубль или доллар кредита, ну там несколько рублей или долларов. Ну, у нас уже остается, наверное, минуту-полторы, максимум две. Если коротко и тезисно, вот что бы вы хотели отметить главное в экономиках стран, в развитии которых вы вкладываете, и российскому бизнесу почему туда интересно идти, в частности? Да, я вот все-таки еще последнее добавлю, а то важную тему упустил. У нас банк международный, и одна из, ну, еще один критерий крайне важный, это именно интеграционный проект, то есть проекты, которые наш, допустим, бизнес российский в Казахстане реализует или в Беларуси, или наоборот, там, казахстанские инвестиции в Россию, то есть обязательно будем поддерживать, даже, может быть, своих критериев отойдем. Что касается экономик, знаете, я вот много лет по этим странам езжу, масса бизнес-возможностей, масса, то есть, ну вот времени уже нет рассказать, я бы рассказал, ну, там, что в Армении можно сделать, там, что в Беларуси, насколько это может быть даже интереснее, чем в России, особенно с учетом единого пространства экономического нашего таможенного союза. Вот. Но времени нет, поэтому предлагаю всем к нам в банк приходить, расскажу индивидуально, с большим удовольствием. Евразийский банк развития, сегодня о нем мы вели речь, о перспективах и возможностях. Сайт в интернете eabr.org, eabr.org, www.eabr.org, Евразийский банк развития. Огромное спасибо за беседу. С нами был Геннадий Жужлев, заместитель председателя правления Евразийского банка развития. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам доброго, счастливого Нового года. Да, до свидания.